Всем привет, с вами Диаморф, и сегодня я вам расскажу небольшой секрет о новом герое. Итак, нашего нового героя можно сделать весьма богатым, собрав ему Мидас и Рефрешер. Используем Мидас первый раз на нашем герое. Как мы видим, Мидас на данный момент откатывается, но это не мешает нам прожать ульту и с помощью так называемой голограммы сделать это еще раз. Хочу заметить, что рефрешер на голограмме откатывается, в отличие уже от использованного Мидаса. Далее не торопимся прожимать рефрешер, а ждем наш ультимейт. Юзаем еще раз ульту и третий раз прокликиваем Мидас. Вот теперь юзаем рефрешер, четвертый раз получаем деньги и снова кастуем ульту, и уже в пятый раз забираем деньги. Вот так вот, в итоге мы имеем 950 голда с Мидаса, всего лишь за 2 минуты. Спасибо за просмотр, ставьте лойсы, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.